Привет гостям и подписчикам моего канала. Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Игорь Северов. Сегодня я хочу вам показать все, что связано с моим гитарным хобби. Вот это сет моих гитар. Ovation Custom Legend. Martin Alternative X. Ovation Celebrity. Как видите, две 12-струнные гитары. Одна шестиструнная гитара и электрогитара. Электрогитара Gibson LTG. Вот. Что касается примочек для игры на акустических гитарах 12-струнных, я использую гитарный процессор Korg AX10A. Очень хороший гитарный процессор. Обладает он всеми необходимыми для акустического гитариста эффектами, таких как хорус, компрессор, лимитер, экзайтер, ревер, симуляция микрофонов, преампом, подавлением обратной связи. То есть процессор выпущен достаточно давно, но он очень-очень хороший, очень навороченный. Всем рекомендую. После долгого и мучительного выбора я так лучшего процессора и не нашел. Вот он, по-моему, лучший на все времена для акустических гитар. По крайней мере, один из лучших, это точно. Гитару я настраиваю при помощи вот такого вот гитарного тюнера. Это тюнер фирмы Boss TU-3W Vasacraft. Вот. Так вот примерно я настраиваю свои гитары при помощи вот этого гитарного тюнера. Вот. Это у меня новейшая приставка, по которой есть отдельный обзор. Плеер импульсов, акустический симулятор, который позволяет и электрической гитаре звучать, как акустическая гитара. Причем в нем зашит целый ряд импульсов от самых дорогих акустических гитар. Вот сейчас, например, у меня Martin D45 для электрогитары стоит. Ну и комбо-усилитель мой Custom Sienna 30 Pro. Очень хороший комбо-усилитель. Он недорогой, при этом мощный. Не имеет собственного практически фона. Как и все, в общем-то, мои девайсы, которыми я пользуюсь, они практически не имеют никакого фона. Вот сейчас включена у нас в электрогитара в сеть у меня. Комбо-усилитель на достаточно большую громкость включен. Вот смотрите. Раз, два, три. Вот. И собственного фона практически мы не слышим. То есть собственного фона все девайсы практически не имеют. Потому отобраны девайсы мною были после, как говорится, мучительных проб и ошибок. И вот эти девайсы, за которые я 100% отвечаю. Отличный комбо-усилитель. Тоже имеет свой блок. Отличный хорус. Неплохой ревер. Но ревер я включать не рекомендую, потому что он и на голос распространяется. Вот хорус отлично включается. Ну а ревер тут, допустим, и на процессоре у меня отличный ревер. И тут очень хороший на плеере импульсов преамп и ревер. Поэтому вот эти все мои девайсы, они позволяют заниматься творчеством, как говорится, в полном объеме. Ну и сет гитар тоже, как говорится, подобран с годами, долго и мучительно. Вот, те 3-4 гитары, одна электрическая и 3 акустических, электроакустических, точнее, которые мною были подобраны за годы увлечения гитаризмом. Они, вот я считаю, на текущий момент оптимальны для моего творчества. То есть мне они полностью на текущий момент, что сет гитар, что подбор девайсов для творчества гитарного, меня полностью устраивает. То есть много не надо, ну и вообще обходиться без соответствующих электронных приблуд тоже как бы не вариант. Поэтому вот так вот, ребята, так вот я увлекаюсь немножко гитаризмом, а точнее дворовой песней. Мой стиль — это дворовая песня. Вот с моим товарищем, тоже Колей Мигуновым,
На днях у нас был, не далее как вчера, активный спор, насколько там что надо. Там ноты учи, то все учи. У меня все песни, которыми я увлекаюсь, они там 5-10 аккордов используют. Поэтому насколько необходимо учить ноты, хрен его знает. Я думаю, что такой особой необходимости на текущий момент нет. Вот, ребята, такие вот дела. Побывали вы у меня в гостях. Посмотрели, что да как. Ну, вот микрофончик у меня есть недорогой. В принципе, меня вполне устраивает. И подставка тоже самая под микрофон. На зоне купленная. Ну, вот так я вот неспешно, скажем так, когда супруги нету дома, а дочка в садике, могу поувлекаться гитаризмом. Но опять же, не сильно, нежелательно, не сильно напрягая соседей. Вот так вы меня побывали в гостях сегодня, дорогие друзья. Заходите ко мне на канал. Будьте как дома. Всегда всем рад. На связи был Игорь Северов. До новых встреч, как говорится, в эфире. Всем большой привет.